привет, меня зовут Ольга Григорьева, и сегодня я хочу подарить шанс найти любящую семью вот этому щенку по кличке Мила. Мила, как и ее сестра Умка, уже успела познакомиться как с человеческой жестокостью, так и с человеческим милосердием. Она, как и другие щенки, была отравлена, но с помощью волонтеров была спасена и теперь с надеждой смотрит на будущее. Мила очень спокойный и рассудительный щенок, ведет себя скромно, без причины не гавкает и настроена всегда очень дружелюбно. Подойдет тем, кто хочет тишины и спокойствия. Она может создать в доме гармонию и уют. Мила любит нежность и заботу, прекрасно ладит с детьми. Мы надеемся, что она сможет найти любящий дом, в котором она позабудет все ужасы, которые с ней приключились. У Милы есть большая потребность быть всегда и везде с человеком. Ее безграничное дружелюбие, искренняя любознательность, терпеливость и доброта просто подкупают. В еде Мила очень неприхотлива, будет кушать все. Ей почти полгода, и она здорова. Возраст у Милы отличный для воспитания. При некоторой доле внимания из нее можно сделать идеального компаньона. Мила очень надеется, что в нашем городе еще есть добрые сердца, готовые взять ее к себе. Отлично сможет жить как в квартире или доме, так и в вольере с теплой будкой. Подарите Миле счастье жить в своей семье. Если вы хотите познакомиться с Милой поближе, звоните ее куратору по номеру, который вы видите на своих экранах. Откройте свое сердце для верного друга.